отношение к тому, чтобы желать общаться с, со своими братьями и сестрами, присутствовать на богослужении вместе, возносить молитвы, благодарение и все прочее. Жертвы. А не просто среди какой-то массы людей. С братьями. Да. И еще и второй момент. Это вот обязательное наше, что у нас есть устав. Мы по уставу должны ходить на собрания. И второе. Когда у нас были праздники, и они часто были, мы все вставали и говорили: ах, как нам тут хорошо. Да когда ты был, или твое мнение уж настолько резко изменилось, что вдруг тебе стало тут тесно и неуютно, и ты пошел туда, либо ты был лицемером. Вот я делаю вот такие выводы. Что как это так, было хорошо, хорошо, ты любил, любил, и вдруг твоя любовь оборвалась. Ее больше нету. Сердце твое уже не горит к этой встрече. К нам. Вот я нахожу два таких момента важных. Ну и потом, какие бы дела они ни были, какие бы ни важные, вот и ты, когда их оставляешь, то ты приносишь жертву. Жертву. А таковые жертвы угодны Богу. Жертву общительности со своими братьями и сестрами. Это угодно Богу. А если об этом забываешь... Сходи на улицу, там накачали ребятишки у меня, чтобы принесли сумку сюда. И здесь побыли маленько. Первую любовь. Да. Сходи. Именно вот эта любовь и теряется, да, первая любовь. Да, да. Я говорю, содвину вас, ваш светильник. Третья глава откровения. Да. Держи все время тоже в руках, чтобы не испортить. Да. Ефесской церкви было сказано: а за то, что ты потерял первую свою любовь, я содвину твой светильник. Вот они и отпадают, потом он начинает шаг за шагом и отпал. Все, хоть ты останавливай их, хоть не останавливай. Нет. Вот это сейчас неправильно говоришь, Люда. Ну как же, ты действуешь правильно, а временами начинаешь говорить совсем не в ту сторону. Хоть останавливай, хоть не останавливай. Останавливать-то нужно. Ну нужно. Потому что ты любишь его, потому что ты любишь ее и говоришь об этом. Я уже поняла. Исходя из этого. Причину, почему человек уходит, надо с ним поговорить. Вот здесь как раз момент обличения. Да. Вот он момент обличения, ради которого Надя вот все это говорит, да. Говорит. Вот, момент вот он этот момент. Что я? При собрании, вот так, при собрании. Вот, Игнатий Игнатьевич, реально я вот к своему стыду могу сказать, что не помню устав наизусть и не могу сказать, что записано это в нашем уставе, что мы обязаны посещать собрания. Богослужение понятно. Нет, такого нет, это желание. А обязанности посещать собрание, нет такого правила. Нету. Значит, не на... Нету. Это... У нас единственное правило, это согласно канонам, если 2-3 службы канон, воскресных, да, пропустил, ну, без уважительной причины, значит, он вне общины. Он должен... Тогда нету. Тогда все свободны. Нету. Даже субботу вот не посещают, нет правила. Нету. А люди этим пользуются. А ты всегда бери больше того. Те, писавшие правила, они не могли все говорить. О, смотрите, у меня сюда, сегодня сюда, какие. Идите. Заходите сюда. Сестры, идите сюда. О! Садись вот туда, садись. Вот какие у меня, где Тарасик? Тарас на улице. Ну-ка, Тарасика сюда надо звать. Сумочку поставь, возьми. Тете Тане отдай его. Подожди. Тете Тане. На стол поставь. Тете Тане отдай. Это ее, тете Танина. Вон она где. Тете Танина. Это она кормила нас. Это мне отдали сегодня правнуков на воспитание. Приехал Саша, тут был, да, все по согласию. Отец их. Вот, побудьте жалко, маленько с нами. С нами. Не здесь. Тарасия позвать надо, где он там? Брата ее. Давай. Ну все, правил этого нету. Да, да. Любовь, как раз из первого Коринфянина надо бы сказать. Мы разбирали этот вопрос. О, нашлись, ребята. Посидите маленько, послушайте. А то у нас занятия идут, потом вас кое-что спросим. Любовь Николаевна, слушаем. Давайте дополним еще вот это наше обсуждение, которое вот начали мы записывать. Светильник. Обсуждение? Ну, кого? Сейчас вот мы говорили. Кого мы обсуждали? Почему там ходили-то, почему там самое. То есть мы обсуждали тему. Мы обсуждали проблему. Тему. Тему. Что люди уходят. Не до конца. Дополнить можно? Да. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который... Так, погромче. Не слышно, Гай, я не слышу. Что она там считает? Громче. Вас постигло искушение не иное, как человеческое.
И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Угу. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. А что есть идолослужение? Вот кто не был на занятиях, мы рассуждали об этом, что идолослужение может быть все. Идолослужение может быть и твоя дача, и твой внук, да, и внучка, и твое чрево, что угодно. А не только, что ты конкретно вот поставил идола и молишься этому идолу. Да. А они есть идолы. Да. Мы после той беседы, возвращаясь домой на остановке, к остановке пока шли вот с сестрами, а я говорю, я вдруг нашла у себя идола. А какого? Это я очень люблю дома заниматься чистотой и порядком, наводить в доме чистоту и порядок. Это мой идол. Потому что я другое бы время вот думаю, ой, да нет, я сейчас пока не буду сидеть читать. Я лучше вот здесь подотру, вот тут вот подмою. И я отложила то духовное дело, а занялась вот этим, вот этой чистотой. И вот до меня это так ярко дошло, что а у меня тоже есть идол, это моя чистота и порядок в доме. Да, да. Я им служу только вот, чтобы в огороде был порядок, чтобы в доме был порядок, чтобы у меня везде все было вот так вот. Ну, у кого, у тебя этот идол, у другого леность идол. Да. Лежание на боку тоже идол. Тоже идол. Да. Вот, твое, знаете, твое, вот твое тело, ах, мне легко, мне мягко, вот мне надо понежиться, вот это тоже идол. И все, покушать, я отказываюсь. Да, чрево, я уже сказал. Идола. Бесконечно еще причем. Все изысканно. Первого ты достигла, не на уровне, что у тебя чистота и порядок действительно. Стерильно все. Не-не-не, уже не стерильно. Я ну, очки нет, видишь. Ну, второго достигай, я тебе вот прямо желаю, чтобы ты такого уровня достигла и в духовном плане. Спаси Христос. Во славу Божию. Нам бы всем так нужно. Вы какие-то вопросы хотели задать отрокам? Да. Ну, задавайте. Нет вопросов. Отрокам вы хотели задать вопросы? Ну, я так сходу-то не знаю, еще мало слушал вас. А вот сейчас пройдет какое-то время. Хорошо. Потому так, что мы, видите, я долго кормил. Они едят очень тихо, и поэтому пока мы закончили там. Вот. Но мы, собственно, еще и не начинали. Занятия. Это все была преамбула наших занятий. Она такая вот пространная получилась. Мы изучаем первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 главу. Мы закончили в прошлый раз 15 стих, и сегодня мы вернемся к нему, короткое толкование, и продолжим. 15 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Назвав дело их идолослужением, приписал им великое преступление. Теперь смягчает строгость своего слова, самих виновных поставляет судьями, что свойственно только тому, кто, несомненно, уверен в истине своих слов. И говорит, я не нуждаюсь в других судьях. Вы, как умные, сами судите». Ну и 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» О великом таинстве говорит. Видите, слово «преломляем», «чаша благословения» у православных это не звучит. А тех, кто не православные, там разные, у них это постоянно повторяется, потому что они считают Слово Божие. А как? Причастие. Причащался, причащался, счастье причащался. Все, батюшка, тело и кровь Христова, они еще слышали, а что «чаша благословения», скажи, они не поймут, о чем говоришь. И что «преломление», они за это «преломление хлеба». Это Господь так назвал. У православных это не практикуется. Ну, кое-где священники учат, там знают. И вот мы для того, чтобы в православии эти слова сделать на слуху. Ну и жить, соответственно. Толкование. Благословение, то есть благодарение. Ибо держа чашу в руках, мы благословляем и благодарим того, кто излил за нас кровь свою и удостоил неизреченных благ. Вот написано, держа чашу в руках. Кто из нас чашу держал в руках? Да никто, только батюшка держит в руках чашу.
Но тем не менее, мы присутствуем при этом акте, как бы держим вместе с ним ее. Не сказал участие, но приобщение. Кто излил за нас кровь свою и удостоил неизреченных благ, не сказал участие, но приобщение, дабы выразить нечто большее, именно теснейшее единение. Слова его имеют такое значение. Находящееся в чаше есть то самое, что и стекло из ребра Христова. И когда мы принимаем оное, то входим в общение, то есть единение со Христом. Не стыдно ли вам, коринфяне, перебегать к чаше идольской, от той самой чаши, с большой буквы, которая избавила вас от идолов? Стыдно. Что не претерпел Господь на кресте, ибо кость его не сокрушилась. Иоанна 19:33-36. Найдите, если найдете. Иоанна 19:33-36. Что не претерпел Господь на кресте, то претерпевает он ныне, будучи ломим за нас. Какая фраза? Вот она, я уже не первый раз читаю, а вот сейчас только осмысливаю ее с большей глубиною. Что не претерпел Господь на кресте, то есть кости его не сокрушились, то претерпевает он ныне, будучи ломим за нас. Ибо говорит, который преломляем. Слова «приобщение тела Христова» значит, как то тело соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся с Ним. Это говорит о чем? Это говорит о том, когда мы приходим во время поста к причастию. Вы причащались в этом посту? Да? Ну вот, видишь как. Да. Евангелие от Иоанна. Громче только. Евангелие от Иоанна, глава 19, с 33 по 36 стих. Но подойдя к Иисусу и увидев, что он уже мертв, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему бок, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, и он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо это произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Ну вот как раз это место, вот оно приведено в подтверждение вот этого стиха, что центральное место всего практически нашего православного богослужения. О чем мы, конечно, должны говорить только в кругу своих верующих людей. И когда мы занимаемся проповедью, благовествуем, вот благовестие, да, мы там, то мы этот вопрос только вот упоминаем о нем, не входя в рассуждение о сути его. Да, и добавить мне можно еще Евангелие от Иоанна из 6 главы, здесь тоже говорится, еще когда Господь ходил со своими учениками, как он им объяснял о своей плоти и крови. 6 глава, с 53 стиха. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Это ты снимать читала, можешь, нет? Евангелие от Иоанна, 6 глава. А ты можешь снимать? 3-го, 5-го. А еще не надо. Вот на экране смотри и направляй, на кого надо я разговаривать. Допустим, вот смотри, сейчас тебе покажу. А что вот этим пальчиком? Это тебе не касается. Вот, гляди. Вот он, видишь? Все, только вот этот экран не тряси на него, чтобы видно было. Вот сюда руку просунь. Вот сюда вот, чтобы не уронить. Вот и направляй на него, вот, кто говорит. Я немножко, несколько слов хочу сказать. Вот здесь говорится, кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни.
Мы знаем, что причастие там, где есть истинно рукоположенное священство. И вот мы видим вокруг нас люди, вот все возьми, двухэтажные, там, пятиэтажные, двадцатиэтажные дома. Все эти люди православные. 70-80%. Они не отрицают, ходят. И когда нужно, причащаются. Ну, когда нужно. Беда какая-то, заболел, неисцельно, при том заболел, врачи не помогают. Жизни нет, причащается, жизни нет. Священник каждый раз, когда причащает, он не просто должен произнести слова, а сказать, вот больницы забитые, кладбище, это из-за того, что недостойно причащались. Многие больны и немало умирают. Но эти слов-то никогда не говорят. Чаще исповедуются, чаще причащаются. Это главный лозунг сегодня. А сегодня мы с обратной стороны смотрим, говорят, такие люди имеют в себе жизнь. Жизнь это никакой нет, это мертвецы. Это кладбище, я называю скотомогильник. Если она жизнь, она должна проявляться жизнь. Вот я беру, допустим, ну, какие-то не православные. У них нет настоящего священства, те же баптисты. А жизнь ключом бьет. Да. Настоящие проповедники, благовестники, хорошая семья. Такие они труженики, работники. Я когда говорю, так что, как это? Феодосий сказал Печерский, кто хвалит чужую веру, тот свою хулит. Я не хвалю их веру. Не надо путать. Вы Феодосия, посмотрите, я веру их не хвалю. Я говорю, что они уверовали во Христа, и это правильный момент. Они лично сами уверовали, сознательно приняли крещение. Это положительно. Так это не баптистское, это евангельское. Они не случайно себя выделили евангельские христиане. Заметьте, когда название себе какое-то. Как будто бы есть христиане, не евангельские. Оказывается, есть. Есть вера живая и мертвая. И есть вера бесовская. И об этой бесовской вере не кто-то говорит, а Дмитрий Смирнов. В храме, в Москве, очень известный человек. У нас, у православных, вера-то бесовская. Почему? А потому что творят дела бесовские. Ложь, обман, пьянство, прелюбодеяние, жизнь для мамоны. Ну нету просто желания у людей служить, как должно быть. Почему? Да, конечно, причащается, должна быть жизнь. Причастие должно быть связано с отдачей Христу. А у сектантов как? Верую, я спасен. Мне уже не надо никому обращаться. Пошли там святые, Божья Матерь. Я спасен. Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. Да ты ума-то никакого нет. Что ты спасен-то? Ты разве не слыхал, вера без дел мертва? Веры недостаточно для спасения. Ну написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Ну и что, достаточно? Достаточно уверовать, быть блудником, быть вором, коррупционером, и ты спасен будешь. Но ты дальше продли эти слова. Библию надо брать в совокупности. Сектанты имеют жизнь. Жизнь имеют. И не какую-то по Евангелию. Но они не церковь. Меня никак не могут понять, как так. Вы нас говорите хорошо. И в то же время не церковь. Прям не слушал бы вас. Но я должен сказать, потому что нет рукоположенного апостольского священства. И это необходимо. Я их отсылаю не куда-то. Ну, у нас не так. Идите к католикам. Получите рукоположение. Нет, григориан, армянам пойдите. За ними то не числится, что за православными. Ну нет такого у них. Их и не слыхать, не видать. Копты, сирийцы там вообще. Сходите, получите. Нет. Продолжай. Я на эту тему, Игнат Тихонович, я пример просто хочу сказать из жизни, какой произошел по этому поводу о причастии. Когда у меня сестра-то... Можете играть идти. Когда сестра у меня... Играть можете идти. Качаться, бегайте, потом позовем. Или сидеть хотите. Как хотите. Можете посидеть, послушать, а можете пойти. Только на улицу не выходите. На качелях будьте. Когда у меня сестра, на смертном одре уже я пригласила священника. Пригласила священника. И священник, который приехал для того, чтобы ее... исповедовать, я пойду ее там принять у нее, посмотри, ну, как они там, провести крещение ей. Когда он приехал и прошел этот чин, все, что он хотел сделать, единственное, он сказал, что она должна вот перед смертью исповедоваться. И я лист, вот говорю, который мы с ней подготовили, он на меня так замахал руками и говорит: женщина, вы что себе позволяете? Какая исповедь? После крещения у нее все грехи ей прощаются. Я говорю, я смею вас перебить, она меня попросила сделать так, как я крестилась. А я крестилась
через исповедь. Меня священник исповедовал, потом допустил до крещения. Ну, уж не стала там говорить о том, что целая комиссия потом была. И потом я только уже приняла крещение. Она сказала, как я ее сестра, так и ты сделай со мной. Я имею право выполнить перед смертью ее завещание. Он так посмотрел. Ну, вообще-то имеешь. Взял этот лист и стал читать. Когда он стал читать, он на такие глаза на меня повернулся и говорит, ну вы даете, вы что тут понаписали-то? А я говорю, а что, кого она у вас убила-то? Он мне говорит, кого она у вас убила? Я говорю, убиенных в чреве этих, это. Я говорю, так вы прочитайте. Он говорит, ну это что, аборты? Я говорю, ну да. Ну и дальше он продолжает все с ней это. Потом говорит, так это мне придется ее полностью все вычитывать. Я так посмотрела на нее, что вычитывать? Что ее крестить нужно? Вычитывать все. Что ее нужно еще причастить? Что соборование провести перед смертью-то? Он так посмотрел на меня, говорит, ну ладно. Ну и начал этот весь процесс, все-все-все-все. Я там на коленях стояла, вы будете крестной, я все там повторяла. Единственное, когда мне сказал, будешь повторять, да воскреснет Бог, а потом, когда я буду перед этим, отрекаюсь, ты будешь сама говорить. Я говорю, да. А она машет рукой, лежит вот так рукой, сама. Он говорит, а вдруг она пропустит? Она говорит, не пропущу. Она его перебивает, не пропущу. Он говорит, Господи, что мне тут с вами это? Ну, короче, она слышит, она отрекаюсь, там это все такое. А потом, когда она стала ее причащать, он говорит, вот вы уже не едите-то, 12 дней, вот я вам сейчас дам хлеб, и потом я дам вам вино. Я говорю, батюшка, подождите, простите меня, подождите. Он говорит, еще что? Я говорю, я к ней обратиться хочу. Он говорит, я говорю, можно? Он говорит, можно. Она лежит, я к ней говорю, Зина, вот все, что происходило, служба, вот все, что ты сейчас, целый час мы слушали, это то, что при осуществлении этого вина и при осуществлении этого хлеба превратилась кровь Христова. И это стало не хлеб, а это тело Христова. Вот ты теперь повторяй за мной. Причащай, ты скажи, что это страшные Христовы тайны. И вот она, ей потребовалось минут 5 это повторить. Она слово скажет, молчит, слово скажет. И когда она все сказала, он говорит, ну что, можно мне продолжать? Я говорю, батюшка, вы мне простите Христа ради. Я вот уже надела столько бед с этим крещением. Ну, он стал с ней продолжать. Она все это все приняла. Он потом уже, когда все это мы прочитали, все он ее, это самое соборование провел, он стоит и говорит, женщина, что вы наделали? Я стою, ну, Господи, что же я надела? Стала с колен, так, говорю, а он поворачивается, уже все закончилось, можно было разговаривать. Он говорит, что вы наделали? Я думаю, ну, сейчас он мне тут это... Он говорит, вы же ее вытащили, вы же ее из ада вытащили, вы же ее спасли, душу. А я стою, думаю, а вначале я подумала, что он неверующий священник. Оказывается, верующий. Я говорю, я рада тому, что вы, батюшка, в это поверили. Он крещение говорит, двоих было, наверное. Рада, что вы в это поверили. Батюшка, он говорит, вы же представляете, что вы за 7 дней, находясь около нее, это вот вы ее довели до такого это состояния. Я говорю, нет, батюшка. В 93-м году я уверовала, я им позвонила. Можно я буду за вас молиться, чтобы Бог вас привел к вере? Они все мне, четверо сказали, можно. Я уже с 93-го, а сейчас 13-й год, она умирает. 20 лет я молилась за них. Это не 7 дней. 7 дней я готовила. Считай, мы не спали, она не ела, и я там это... И мы готовились. И она и плакала, и роспись ее поставлена, что она... Вот она исповедалась, она расписалась. Я писала, она это... Он говорит, ну вы даете, вот это да. Я говорю, не 7 дней. Ну, он, смотрю, уже он уже ко мне расположился. Так вы откуда? Вы не из Потеряевки? Я говорю, да, из Потеряевки в числе. Вы не это. Он говорит, да к нам ваш епископ приезжал. Епископ Сергий, когда ехал, он к ним заезжал в Омск. И он с тем епископом, с ихним, они общались с омским. И говорит, и рассказывал много-много о том, что есть такая община, что это. И они с епископом решили к вам поехать. И я должен был с ними тоже поехать. Он мне объясняет.
Ну, в общем, говорит, наверное, мы к вам приедем. Вот было это в августе, он говорит, осенью поедем. Ну, я тут не знаю, что подарить. Я ему подарила к истинному православию. У меня книга тут была. Хотела для Слова Божия нет уст, а у них не было. И я ему подарила. И потом пошла провожать. Так он раз за три подбегал и все хотел мои руки поцеловать. Это вы. Я говорю, нет, это не я. Это сделал Христос. Это сделал Христос, который нас спасает. Я тут пешка, и я и звать меня никак, и никто я. Я только исполняла волю Божью, потому что он, я являюсь сосудом, который хоть немножко что-то знает о крещении, что там в меня влито было столько. Он опять сел, он опять выскочил, опять, а женщины там сидят, когда он уехал. Говорит, он что тебе три раза подбегал-то? Я говорю, да что ты хотел сказать мне еще там, обобщить вот это все, что он тебе три раза подбегал. Он говорит, вы меня все перевернули, он мне всю свою судьбу, всю жизнь рассказал. Он за, час, за два часа прошел оглашение. Да, и катехизация. Вот такое чудо, вот такое чудо явлено было на моей сестре. И мне настолько поразило то, что он мне сказал, так вы ее спасли от ада за 7 дней. Вот это его выражение, вот это был шок, он, это не может быть такого. Но когда сказала, что отмолилась, он тогда как-то маленько уже, ну как бы, отошел. А то он оцепенение стоял. Он в шоке был просто. Его как будто ему ангел открыл вот это знание, что она-то спасенная, вообще-то лежала уже через день она в кому, ой, на следующий день в кому, и умерла, не приходя вот из этого состояния. То есть она даже подумать не могла. Единственное, вот я хочу единственное, когда я захожу, у меня все ликует внутри, я захожу, я прям не могу, я думаю, на кухню пройду, я улыбаюсь, а она стонет там. Я зашла на кухню, а она говорит, ты чему там радуешься? Мне так больно, я так страдаю, ты чему там радуешься? Ну, я уже вышла и говорю, Зина, за одного кающегося все ангелы ликуют на небесах. Если они ликуют, так я что? У меня сердце разрывается. Я радуюсь от того, что ты спасена. Не от того, что ты болеешь и что ты стонешь, а от того, что ты спасена в вечности. А она потом, она отвернулась вначале ко мне спиной, к стенке. А потом, когда я так сказала, я говорю, ангелы ликуют, и я ликую с ними. Она тогда повернулась ко мне снова и уже потом не отворачивалась от меня. Вот такое произошло, такое событие прямо... И я с сестрам написала, знаете, все это описала сестре, которая верующая, и написала Свете, которая знала Зину все время, снохе своей. И вдруг приезжаю сюда, и сноха звонит мне и говорит, я жила, говорит, на даче там, я получила твое людописьмо, где-то я писала все-все-все, я напечатала, чтобы им читалось лучше. Я, говорит, сижу и плачу. Я поняла, что плачет она от того, что она, ну, знала Зину, и хоть немножко верующая, что хоть как-то она ходит в церковь. Слава Христу, аллилуйя! Да. 17 чудо, стих. Чудо Божье, продолжение этой чудо, темы. Да. Чудо Божье. Вот еще это причастие. Еще 1 Коринфянам продолжить 11 главу. Говорите. О том, что говорил Игнатий Тихонович, сейчас просто дополнить можно? Громче только. 11 глава, 1 послание к Коринфянам. Дополните этот вопрос. О причастии, о приеме чаши. Апостол Павел пишет и говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Это чаша новый завет моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господь вот возвещаете, доколе вот придет. Вот. Поэтому, вот это вот, туда-сюда, кто будет она приближает есть ударяет, хлеб вот этот и пить чашу туда. Господню недостойно, виновен будет против тела а и крови себе, Господней. Себе, понимаешь? Вот на да испытывает же себя человек, чтоб и таким образом делаешь. Пусть понятно? Ест от хлеба Сюда этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. 17 стих.
Один хлеб, и мы многие одно тело. Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. Толкование Феофилакта Болгарского. Пред сим сказал: приобщение тела. Но имеющее общение с кем-либо не есть одно и то же с ним, а иное. Теперь объявляет большее и говорит, что мы – это самое тело. Ибо что такое хлеб этот, тело Христово? Чем становится причащающееся оного телом Христовым? Не многими телами, но единым телом. Ибо как хлеб из многих зерен делается единым, так и мы, несмотря на свою множественность, делаемся единым телом Христа. Какие глубокие слова, глубокая мысль какая. Еще раз повторю эту фразу. Ибо как хлеб из многих зерен делается единым, так и мы, несмотря на свою множественность, делаемся единым телом Христа. Мы единым телом Христа мы делаемся тогда, когда причащаемся, понимаем это, что мы причащаемся страшных Христовых тайн, что тело Христово положено краеугольным камнем в Церковь Христову. И когда мы это понимаем, когда мы со страхом и трепетом принимаем, достойно принимаем, когда Господь нас удостаивает быть единым телом с Ним. Почему и составляет единое? Как же нам не хранить любви и не быть посему в единении? Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас и с самим собою, и друг с другом. И теперь после этих слов скажите, что одинаково, что в Московской Патриархии, что здесь. Там кто причащается крови и тела Христова? Тот, кто прибежал с трамвайной остановки, раскрыл рот, не знает, ой, мне что-то попало в рот. Это одно и то же? Или здесь, когда мы со страхом и трепетом принимаем это тело Христово? Когда здесь исповедь такая, что мы здесь на единении с батюшкой и присутствии батюшки мы разговариваем с самим Богом. А там, что стоит и дышит тебе человек, стоящий сзади. Ты можешь также чистосердечно и искренне признать свои грехи и огласить их пред Богом в присутствии батюшки, о котором скорее бы это прошло все. Это общее единение не с миром называется это уже. Дочитаю я еще. Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас с самим собой и друг с другом. Поскольку начальная природа плоти повреждена грехом и утратила жизнь, то Он дал нам свою плоть безгрешную и животворящую, но подобную нашей, дабы мы, причащаясь ее, срастворялись с нею и жили по возможности без греха. Не зря написано «по возможности», потому что жить в миру и не согрешить, ну, практически невозможно. Да, Лизина Степановна. Я сейчас хотела коснуться уже дальше продолжения. Когда я вот приехала к сестре, к старшей, которая вот верующая, которая на занятия к нам ходила и сюда на службу, и мы стали собираться в воскресенье на службу. Собираемся. Ну, я-то одела все, платочек, она вот так вот, как здесь. Она говорит: ты что, собираешься так идти? Ты что, собираешься вот так идти? У нас так никто не ходит. И я говорю: интересно. Ну,
как это, никто не ходит, а я вот приду так, как я хожу в церковь, в храм свой, и я во все храмы хожу, и у нас, в нашем храме точно так же одета, я так приучена. Она говорит, ну ты чё? Ну вот одень вот так, как я, вроде того, что завяжи на узелок. Я говорю, нет, Валечка, я не буду лицемерить, ты меня прости уже, если я тебя так расстрою, но я пойду так, как есть. И оделась, и мы тут через дорогу у них этот, при институте, там храм, ну там внизу им дали место, они там. И пришла я туда, пришла, и мы принесли трехтомник я подарить ихнему священнику. Священнику где-то 42 или 43 года. Это новый, то тому она дарила раньше, а этому я сейчас принесла. Она принесла, положила там все, все эти там в лавке в этой. Ну и сказала, подошла священнику. Я говорю, ты что пошла? Ну, не, она говорит, а я пойду, наверное, исповедую. Я пойду исповедоваться, нам сказали, что можно вот в воскресенье нам без, я болящая, без причастия, ой, без исповеди. Я говорю, Валя, ну ты маленько-то хоть скажи, все равно перед причастием это будет недостойно, потому что ты уже неделю столько грехов натворила, я и дорогой пока шла, говорила ей. Она, ладно, ты мне не это самое, в свои порядки не устанавливай. А потом, видно, в храме как-то она расположила сердце, и она подошла к этому священнику, который принимал исповедь, у деточек принимал, и она, вижу, встала в очередь и тоже поговорила с ним. И я говорю, я так это и махнула. Она говорит, ну я там сказала, чтобы он книги примет или нет от тебя, вот такие книги интересные, трехтомник Новый Завет. Но она мне сказала, что он да, сказал и все такое. И вот мы стоим, служба закончилась, мы стоим с Валей, я книги, она говорит, ладно, оставим в лавке. Я говорю, нет, Валя, я приехала, я должна подарить, а вдруг он откажется, я должна с ним переговорить. Она, ой, ты какая вредная-то, она на меня... Ну, мы же стоим, он видит, что мы стоим, не выходит, не выходит. Там ни о чем с кем-то разговаривает, хотя уже разделся. Все, с себя облачение это снял. Потом все-таки вышел, я ему вот говорю, я вот с крестовоздвиженской общины города Барнаула, с Алтайского края, я вам хочу подарить Новый Завет по святому. Ну, сказала, что по Филарету Болгарскому с толкованием. Он так сразу взял книгу и посмотрел благословение. Я говорю, вы знаете, эта книга у патриарха нашего Кирилла, эта книга и у президента, и во всех, это, ну, сказала там, где находится. Он тогда заулыбался так, заулыбался. Я говорю, вы возьмете? Он говорит, конечно, конечно, так руки, так это, конечно. Я ему положила на руки, а потом он так взял и по благословению у него попросила. И пошли. Я говорю, Валя, видишь, как хорошо все устроилось. И никто меня не выгнал за платок. И все, она говорит, ну за платок тебя бы и так никто не выгнал. Что ты уже придумываешь? Ну как-то тоже сердце у нее расположилось. И мы вот шли с ней вместе. Ну как-то она расположена была. Хотя она как-то противилась. А потом, когда я начинаю по-русски молиться, на русском языке молитва у меня есть. Она говорит, ой, ты так много лишних слов говоришь. Я говорю, а что такое лишние слова? Я читаю все, что только написано, ту же молитву, только ты по-славяне, а я по-русски. Она говорит, это лишние слова. Я говорю, лишние слова это от меня, а это молитва на русский язык переведенная. Ей не понравилась молитва на это. За то, что возвратилась, хорошо говорила, сирень тебе, лайлок. Спасибо. Лайлок. Спасибо, Христос. Это по-английски. Три. Приехала с хорошими словами. Время... Это такой фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд». Вот так вот это, смотри, поцеловала, и отпечаток губ, так он пластырь наложил, и всем тогда открывал и показывал. Ну ладно. Ко мне сейчас брат подходит и говорит, вот вы сказали мне, позвонили, что ход открылся нам через Турцию-то. Но я думаю, вот... Про себя, говорит, подумал, так, надо же, вот Игнатий Тихонович мне, говорит, что доверил-то. Какое я у него доверенное лицо. Я узнал об этом, где нам ехать. Прихожу домой, а жена в дверях встречает, а ты слыхал? Нет, вам дверь-то открылась через Турцию. То есть он-то думал, придет он теперь жене, как скажет, а, дескать, в каком я доверии, и площадь-то она знает. Я говорю, так я по интернету скинул, я не мог удержаться. Вечер наступил, я помолился, сна никакого нету. Я мучился.
все время, как вот начались смуты-то, как проехать-то, как, я теряю дни, и вдруг через Турцию открылось. Ну, я, конечно, всем сразу все, батюшке сказал, интересно, батюшка, ну вот-то, наконец. И в этот день как раз, который в шахтах, Суворов, Павел Николаевич, они с кем-то там поехали, чуть ли не с батюшкой, поехали туда, на границу, в таможню. Там, говорит, ничего, даже забудьте про это. Никакого хода нету. Вообще нету. Запуска нету. Таможню сожгли, ничего нету. Совершенно. Вот. И как Бог открыл-то? И этот ход, который нам открывается, он намного лучше, чем тот, который был бы через Украину. Через Украину мы шли через государства, которые были в прошлом году. А зачем они мне дважды повторно? Я там останавливался. А Турция, это для нас вообще незнакомая. А в Турции, это у меня теперь, мы с Лишки пошли уже. И вдруг оказался в друзьях у меня турок. Я его спрашиваю, ты сходи, узнай, примут они нас или нет. Угу. Видишь, как Бог делает? Это ответ прямо на молитву. И вот почему на душе как так радостно. В Византии это... побудете. А? В Византии побудете. А в Византии это само собой. Ну. Это... Да главное, выходим-то в Истамбул сразу мы. Константинополь. Вот как Бог сделал. Это так я, главное, всем сообщил, кому мог-то. Вечер наступил, сна нет, у меня сна, сон проходит, как, ну, когда что-то такое большое переживание. А тут именно от радости, это редкий-редкий случай такой, такая радость, дверь открылась. А я весь день сидел, просчитал все маршруты, когда войти, заходить нет из Польши в Германию, а там несколько дорог, через какие государства, там между собой все говорят, другие это люди-то были, где говорят, там лучше... Ну, они ищут то, что им надо. Мне-то ничего не надо. Мне надо пролететь и воткнуться в Грецию. А в Греции там еще шпарит и шпарит, да, Афин. От салоников, считай, сколько. И вдруг все разрешается. Мы прям из-под брюша и выходим в самую пуповину. Да. Вообще. А там-то, там все, Марина говорит, только через Боснию не ездите туда, Хорватию. А паромом, и сразу в Италию из Афин. А на пароме-то они крепко гладят. Вчера мне вам сказали, 370 евро. Вообще. За человека? Ну, евро, я не знаю, на кого, на сколько. Ну, главное, что из нашего кармана. Из Италии в Грузию? Это из Турку в эту, в Хельсинки. А нам еще надо в Данию переплывать. Переплывать теперь из Хельсинки в Таллин. И переплывать из Афин в Рим. Вот, то есть вот путешественник. Но у меня там кончились все. Ладно, я отойду, снимаю. Сейчас я узнаю. Да. Да. Это все уже. Сейчас ждем вас молиться. Закончили уже. Вы тут пообедали. Как вот интересно, как у Бога все выглядело. Татьяна Станиславна. Чудно. Ну еще один стих прочитаем. 18 стих. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Толкование. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами, сказал Израиля по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечай и сие. Не сказала бы иудея, что они общники Богу, но участники жертвенника. Ибо посвященное Богу возлагалось на жертвенник и сжигалось, но о теле Христовом выразился иначе. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Христа. Опасаясь же, дабы... слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву иудеев, мог вредить, так и идолы, принимающие жертву у язычников, могут вредить, не приносящим жертв, присовокупил следующее. Ну и следующий стих придется читать, 19 стих. Что же говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь, и толкование. Я отвращаю вас от идолов не потому, что будто они имеют силу делать пред ними пользу, ибо они решительно ничто, но потому, что приносимая им жертва не идет к вашему владыке. Посему продолжает и следующий стих. Нет, но что язычники, принося жертвы,
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Ну вот так. Избави нас, Господь, от общения с бесами, чтобы не были мы идолослужителями, а чтобы мы были служителями Христовыми. Время истекло, молимся. Молимся. Галя звонила, про ребятишек спрашивали. Я говорю, это-то, приготовила сегодня манку. Манную кашу? Манную кашу в термосе принесла мне. И она лежала, ждала их. Они пришли, у нее как раз ребятишка манка поела. Рыбную там сделала. Ну не моя, моя-то уха такая, там подавится большая собака, косит. Я не даю, а ее дал. Там костей нету. А гляжу, это Агния-то выбирает по одной косточке-то, как взрослая выбирает. Я говорю, ты где взяла косточки-то? Я же проверил. А в мясе в этом рыбьем-то. Я тогда рыбу тут растолкал, нигде больше нету. И она прям ест, как взрослая. А у нас Валя, у ней 7 ребятишек, она рыбу никогда не давала до совершеннолетия. И у нее никто не подавился, ничего. Ну, а потом дальше еще, что мне дали орехов-то на дорогу-то? Я это все распечатал заначки свои. И в одну тарелку там на кураги, какие-то орехи земляные и грецкие-то. Ешьте. А они за столом-то налопались. У меня как раз при Игорь Глушков дал сметаны. А это принесла яички, сварила в сметку-то. Я им это все на стол. А они на орехи тоже не смотрят. Сейчас бегают, играют. Посидели маленько. А потом она их оставила, чтобы... Я говорю, ты бы мне-то оставила, я позанимаюсь ими-то. А то ребятишки-то растут. Ну, видно, с ними можно заниматься-то. А памяти-то немного. Я говорю, за столом не склоняйтесь. Вот в левую руку берите кусочек, а на правой вот так вот. Поговорил, только сказал, отвернулся, гляжу он в сторону кусочек и в тарелку носом. Я его опять повернул. А хлеба-то нет, только сухари. Сухари надо мочить. Я говорю, вот так помочил. И мокрый-то сухарь, теперь на него. Он, они руки мыть. Я говорю, у нас руки не моют. Обтирают. Дал бумажки, когда оботрете, она говорит, каша попала. А теперь идите мойте. Потому что у нас бумаги-то много, а воды мало. И они это поняли. Не наступать на грязные ногами перебывать, это все сразу поняли. Их надо ввести в этот курс. Молимся. Ну ладно. Погоди вперед сюда, оттуда, оттуда. Вот, пожалуйста, ты держи. Боже милости, будь не грешен. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешную и помилуй. Отец Небесный, благодарим Тебя за милость, явленную нам, что Ты позволил нам открывать Твою святую Библию, вникать в Твое святейшее Слово, хвала Тебе. Господи, сохраняйте сердца в сердцах наших, слова Твои, дабы нам не отступить от Тебя, но помнить все, что мы слышали. Быть истинно светильниками Твоими, и наше предлежащее путешествие с благовестием, Ты сам освети Твоим присутствием. Пошли добрых людей, препятствия удали, приготовь сердца людей наших к взаимной встрече. На помощь Твою надеемся. Я просил Тебя, мой Господь, если это не от Тебя, поставь препятствия, которых нельзя перейти человеку. Но Ты открываешь новые и новые возможности. Совершенно незнакомых людей делаешь помощниками нам. Хвала Тебе. Умери мятеж на Украине. Вразуми, наставь убивающих друг друга. Дай им страх Твой святой. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Богу нашему слава. Спаси Христос. О, Нина, оператор, давай. Теперь у нас. Давай, вот у меня помощник появился. Ну, спаси Христос. Я пока занимался. Придет и будет смотреть ты дома свое творение. Это надо было сразу-то сказать, что как приблизить, как отдалиться, то первые снимки делала крупные вот. О! Все. Так.